Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Дальневосточный гектар. В Чувашии появились первые желающие получить землю на Дальнем Востоке. Белкин дом. В Новочебоксарской Ельниковской роще планируют восстановить популяцию рыжих и пушистых зверьков. Снежный танк Т-34. В Яушах появилась своя достопримечательность. Мужское воспитание сегодня в тренде. Во многих школах создаются советы отцов. Папы активно участвуют в общественной жизни, помогая педагогам разнообразить досуг школьников. Очередное заседание Совета отцов Новочебоксарской школы номер 17 прошло с участием главы Чувашии. Прежде всего, Михаил Игнатьев отправился в столовую посмотреть, чем кормят ребят. Оказалось, вполне неплохо. Меню составлено с учетом рекомендаций специалистов по здоровому питанию. В школе работает кружок юнармейцев. Подобные парады – это часть подготовки к ежегодным военно-спортивным соревнованиям. Отдельного внимания заслуживает работа поискового отряда. Во многом благодаря работе его членов музей боевой славы постоянно пополняется новыми экспонатами. Лена Васильевич, обратите внимание, в рядах бессмертного полка мой прадед Диамидов Василий Николаевич. 17 лет попал на фронт и был минометчиком, служил на Калининском фронте. У школы теперь есть твердое мужское плечо. Совет отцов помогает найти контакт с детьми, которых воспитывают только мамы. Мужчины организуют спортивные соревнования, совместные походы на природу и многое другое. Действительно, чужих детей не бывает. И когда отцы школы вклинились в этот процесс и поддержали тех детей, у которых пап на сегодняшний день нет, ну каким-то образом, да, семья таким образом, что там одна мама воспитывает. Мероприятия, посвященные детям со стороны мужчин, очень важны. Актуализация отцовства вызвана его недооцениванием и отношением к нему как к чему-то такому, что дается само собой, без всякого усилия со стороны человека осознать и реализовать это призвание. Вследствие такого, до предела упрощенного подхода, мы с вами сталкиваемся с феноменом безотцовщины при живых отцах. Вы взяли на себя большую ответственность, сказал Михаил Игнатьев на встрече с советом отцов. Одно дело своих детей воспитывать, Алексей Васильевич. Другое дело, вы своими друзьями, коллегами, соответственно, взялись за такой ответственный подход, за ответственное дело. Мальчикам нужно общение, мужская рука. Мы должны формировать хорошее, крепкое общество. Крепкая семья – это фундамент крепкого общества. У Совета отцов немало интересных идей и предложений по организации дополнительного образования ребят и проведению семейного досуга. Лучшие практики найдут применение и в других школах. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. Итоги работы за прошедший год обсудили на расширенном совещании с активом города Новочебоксарск. Приоритеты перед местными властями расставил глава республики. Оборот организации Новочебоксарска, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за прошедший год увеличился на 17%. Ведется системная работа по эффективному использованию муниципального имущества для пополнения бюджета города. В минувшем году выявлено более 100 неиспользуемых земельных участков. Около половины из них вовлечены в оборот. Полностью выполнен план краткосрочного ремонта многоквартирных домов. Продолжен ремонт и реконструкция дорог и внутридворовых территорий. Положительно характеризуется демографическая ситуация. В городе реализован ряд инвестиционных проектов, позволивших увеличить количество рабочих мест. В городе создано около 430 новых рабочих мест, в том числе 250 рабочих мест в рамках реализации проекта по строительству Чебоксарского домостроительного кабинета. По-прежнему значительные средства будут вкладываться в развитие интеллектуального потенциала и на создание условий для самореализации молодежи, подчеркнул Михаил Игнатьев. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика.
Сегодня глава Чувашии побывал с рабочей поездкой в Канашском районе. Муниципалитет на 8-м месте по сельскохозяйственному производству в республике. В прошлом году было реализовано проектов на сумму более 200 миллионов рублей. А средняя заработная плата ВПК достигла 16 тысяч рублей в месяц. Площадь обрабатываемых территорий увеличилась на 9% за счет введения в оборот неиспользуемых земель. Урожай превысил 32 тысячи тонн зерна, столько же собрано и картофеля. Глава районной администрации Владимир Степанов отметил, что практически все многодетные семьи получили земельные участки. В то же время допущен спад жилищного строительства. Первые итоги работы подвели и на одном из канашских заводов. «Аурат-СВ» вступил в строй действующих в прошлом году. Это предприятие было открыто летом прошлого года и уже осваивает зарубежные рынки. Здесь производят порошки и химические вещества, необходимые для очистки воды. Спрос на коагулянты большой, львиную долю на рынке занимают иностранные производители. На канашском заводе намерены в ближайшие годы выйти на проектную мощность и наладить выпуск гранулированных химикатов. В перспективе здесь намерены возвести и новые цеха. Подобные проекты городу необходимы. С запуском этого предприятия было создано более 40 рабочих мест. Мы надеемся, что в ближайшие полгода, максимум год, оно будет уже стабильно работать на полную мощность и приносить доходы и нам, ну и отчисления в бюджет, естественно, Республики и Российской Федерации. Производство работает, все процессы автоматизированы, минимизировано участие человеческого фактора. Это как раз товары, которые продаются на экспорт. Вот президент России Владимир Владимирович Путин ставит четкие задачи перед региональными властями, перед бизнес-обществом, не сырьевой экспорт. И этот продукт сегодня востребован на потребительском рынке, хорошо продается на экспорт. О перспективных проектах говорили на рабочей встрече. Глава администрации Канаша отмечает, что в городе должен заработать и новый комбинат по переработке овощей. Проблема с вывозом мусора муниципалитет больше не беспокоит. Недавно был проведен конкурс и определен новый подрядчик. Городские власти расписали и планы по благоустройству. В течение 5 лет здесь намерены отремонтировать более 200 дворов. С какими показателями Канаш завершил прошлый год, расскажем в понедельник в программе «Республика». Сельхозтоваропроизводители Чувашии начали получать льготные кредиты в рамках нового механизма поставки не выше 5% годовых. Льготные кредиты на общую сумму более 34 миллионов рублей первыми в Чувашии получили агрофирма «Исток» Батревского района, агрофирма «Комсомольские овощи» и агрофирма «Слава картофелю». У предприятий, получивших данные кредиты, теперь отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии. Мы уже рассказывали вам о программе «Дальневосточный гектар». Тысячи человек по всей России подали заявки на получение земли. Кто-то в режиме онлайн, кто-то через кадастровую палату. В Чувашии уже появились свои первопроходцы. Сергей зарегистрировал сразу несколько участков в Приморском крае и на острове Сахалин. Предпочтение отдает последнему. Я давно туда хотел, и тем более у меня родственники есть где остановиться. И узнал я эту программу на Дальний Восток, то есть туда тоже входит этот остров. И подумал, что туда с пустыми руками ехать, когда можно с гектаром ехать. Регион, я думаю, перспективный под туризм, под отдых, охота, рыбалка. А после того, как не одобрят этот участок, я обязательно туда поеду. Оформить заявку жители Чувашии могут двумя способами. Либо зарегистрироваться самостоятельно через сайт на Дальний Восток РФ, либо обратиться в кадастровую палату. Специалисты кадастровой палаты смогут помочь вам сформировать заявление, выбрать гектар, этот участок на карте, покажут, где он находится, как он выглядит, помогут сформировать заявление и отправить его в электронном виде. Земельный участок на Дальнем Востоке предоставляется на 5 лет. За это время его нужно будет освоить. Если сделать этого не удастся, то отказаться от земли можно в любое время. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Разгрузить основные транспортные артерии Чебоксара и избавить город от пробок. С такой амбициозной задачей должно справиться новое транспортное полукольцо. Его строительство планируют начать в 2019 году.
Есть уже проект. От улицы Университетской до проспекта 9-й пятилетки. Длина магистрали 7 километров. Она напрямую свяжет все районы города. В проекте предусмотрено строительство 3 мостов, 15 транспортных развязок и 1 тоннеля. Не забыли и о пешеходах. Появится 6 надземных, 3 подземных переходов. Деньги на реализацию столь масштабного проекта ждут из федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В данный момент проводятся дополнительные геологические исследования местности. Если вы прогуляетесь по улице Яушская в деревне Яуши, то увидите настоящий танк Т-34. Однако грозная техника здесь вовсе не для устрашения противника. Знаменитый танк времен Великой Отечественной войны вылепили из снега во время зимних каникул братья-двойняшки Алексей и Александр Федоровы с другом. 3 метра в длину, 1,5 в ширину и 1,40 метра в высоту. Снежный танк всего лишь в 2 раза меньше своего известного оригинала. На борту номер 021, красная звезда и надпись «За Родину». Над башней реет флаг СССР. В подробностях воспроизведены детали корпуса. Для постройки танка нашли специальные чертежи в интернете. Самым трудным как раз-таки было добиться высокого сходства с оригиналом. Приходилось работать с 9 до 8, периодически задерживались и до 11 вечера. Танк сделан полностью из снега, за исключением орудия, которое сделали из трубы, покрасили. Также для антуража добавили флаг и дополнительные детали. Известный разработчик компьютерных игр объявил конкурс снежных скульптур на танковую тему. Вот парни и решили попробовать свои силы. Изучили чертежи боевой машины, а затем продумали технические тонкости. Бензопила, паяльник, ножовка и даже обыкновенный утюг. В ход пошли разные инструменты. Кстати, утюг понадобился для того, чтобы поверхность танка стала ровной. Также хотелось бы сказать про гусеницы. Их было сделано около 150 штук. Для этого были сделаны специальные формы, которые были выточены на специальном станке. В день удавалось сделать порядка 20 гусениц. 8 тонн снега. Именно столько понадобилось скульпторам, чтобы осуществить свой замысел. И вот результат. Танк практически не отличить от оригинала. Кстати, бабушка братьев-двойняшек Татьяна Федорова не смогла остаться в стороне. Старалась я им всячески помогать. Это сушила варежки, кормила вкусно их. Люди очень доброжелательно, очень хвалят их. Проходят все, фотографируются, сами фотографируют это. Очень я рада за них. Теперь танком гордится вся деревня. Он даже стал своеобразной достопримечательностью Яуш. Кстати, снежный Т-34 уже 2-й танк в этой деревне. 2 года назад на этом же самом месте уже стоял танк Т-54, выполненный этими же мастерами. Но этим творением парни довольны больше и рассчитывают, что именно их танк выстрелит на конкурсе. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Олег Якимов. Республика. Готовимся к лыжне. 11 февраля Чувашия вместе со всей страной встанет на лыжи, чтобы принять участие в самом популярном забеге. По массовости лыжня России много лет занимает 1-е место среди зимних соревнований. Никаких особенных ограничений для участия в стартах не существует. Но чтобы лыжная гонка принесла только радость, нужно знать некоторые простые правила. Редактор национального телевидения Мальвина Петрова в этом году решила принять участие в массовом забеге. И перед ответственным стартом проконсультировалась с мастером спорта международного класса Мариной Родионовой. Узнала о нюансах. Во-первых, лучше приобрести специальный лыжный костюм. На голову шерстяную шапочку, на руки варежки или перчатки. Так, и хадер. Ботинка шестой лапы. Особое внимание ботинкам. Лыжная обувь должна быть удобной. Если ботинки будут сжать, то вы замерзнете и быстро сойдете с дистанции. Выбираем лыжи. Их длина должна на 25-30 сантиметров превышать рост самого лыжника. Лыжные палки выбираем так. Классические по подмышку, коньковые по мочку уха. Непосредственно перед забегом проводим разминку. И только потом выходим на старт. По уже 11 февраля собираемся сами, агитируем соседей и вперед на Лыжню России 2017 за здоровье и хорошим настроением. В Чебоксарах в этом году всероссийская массовая гонка будет проходить в районе Чебоксарского аэропорта. И начнется она ровно в полдень. Рядом с лыжной трассой организуют полевую кухню, где можно будет угоститься ароматной выпечкой и горячим чаем. И как всегда, победителей и призеров ждут медали, дипломы и памятные призы. Спецпризом будут отмечены также самые юные и самые опытные участники. Мальвина Петрова, Галина Титарчук, Олег Якимов. Республика. И еще о спорте. Приятные новости пришли из Австрии и Казахстана.
Наша землячка Татьяна Акимова успешно стартовала на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хоф-Ильцене. Она приняла эстафету во второй десятке, сократила отрыв от лидера и передала ее пятой. На двух рубежах спортсменка допустила промахи, но отыграла 14 секунд. В конечном итоге сборная России заняла третье место в смешанной эстафете. Тань, блестяще прошла свой этап. Насколько сама собой довольна? Ты в конце практически с лидерами шла мирового биатлона. Мне сегодня понравилось, как я сегодня работала. Я в последнем кругу видела Дальмайер, хотела быстрее как бы ее догнать, думаю, скорнуться, чтобы встать в спину. И когда в спине уже как-то ты терпишь, чуть я ее не догнала, она была сильнее. Студенческая сборная России стала победительницей зимней универсиады по хоккею. Капитаном команды был назначен уроженец Новочебоксарска, воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва номер 4 Минспорта Чувашии Дмитрий Кириллов. В стартовом матче выходец «Сокола» отметился двумя заброшенными шайбами и голевым пасом. На протяжении всего турнира российские хоккеисты не теряли лидерские позиции и успешно дошли до заключительной стадии. В следующий раз студенты со всех уголков мира встретятся в 2019 году в России. Принимать 29-ю Всемирную зимнюю универсиаду получил право город Красноярск. Для восстановления популяции белок на особо охраняемой природной территории Ельниковской рощи в Новочебоксарске объявлен конкурс «Белкин дом». Он приурочен к году экологии в России и году Ельниковской рощи в Новочебоксарске. В конкурсе могут принять участие все желающие. Белкам нужны домики и кормушки. Новых пушистых зверьков организаторы планируют заселить в Дубраву весной 2017 года. Шустрые, веселые, любознательные белки всегда водились в роще. Возможно, именно за эти качества символом города выбрали бельчонка, которому дали ласковое имя Новчик. К сожалению, сейчас зверьков в роще осталось немного, сказывается экологическое воздействие. Чтобы исправить ситуацию, гидроэнергетики по согласованию с природоохранными ведомствами выпустят весной этого года около 20 белок в естественную среду обитания. Чтобы пушистые зверьки почувствовали себя как дома, объявлен конкурс «Белкин дом». Организаторы надеются, что неравнодушные к природе жители сделают для белок домики и кормушки. Самые интересные работы будут отмечены призами от Чебоксарской ГЭС. Победители конкурса примут участие в заселении белок на особо охраняемую природную территорию Ельниковская роща. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире Национального телевидения Чувашии.